Желаю хорошо встретить наш основной государственный праздник. Отдохнуть, конечно. Дмитрий Анатольевич. Поедем, посмотрим, как медицина у вас работает. Какие вещи для детей вернуться. Согласен абсолютно, на самом деле. Дмитрий Анатольевич. Шесть лет назад, когда приехал, надо рассказывать. Разные события. Сейчас занимается некоторые здания уже надеюсь, что это работа по восстановлению города и вообще по восстановлению надеемся. Смоленск особо в истории нашей страны тысячелетия. Москва тоже сложная. Москва столица. Расстреляется по всей стране. Приезжайте чаще к нам. Дмитрий Анатольевич. Один раз я поеду к ветерану. Всего вам доброго. Всего доброго. Здоровья вам. Еще раз поздравляю.